Семинар в Бресте – часть масштабной инициативы, которая родилась около года назад. До города над Бугом подобные мероприятия уже прошли, к примеру, в Минске, в Гомеле и Гродно. Спикеры проекта рассказывают о требованиях и принципах ремонта бетона, ремонтных составах и особенностях их нанесения, проведении работ при отрицательных температурах, а также о добавках. Своим опытом делится компания по производству строительной химии, герметиков и клея. Данный семинар посвящен ремонтным материалам гидроизоляции, и это очень важно для нас сегмент. Почему? Потому что эти материалы применяются на важнейших стройках Евразес, но и в том числе и в Республике Беларусь. И, соответственно, мы хотели бы донести информацию, наши рекомендации, техническую поддержку, потому что мы отличаемся именно в том плане, что наша техническая поддержка очень направлена на заказчиков, клиентов, проектные организации. Предприятие работает на мировом рынке уже не одно десятилетие. Представительства, заводы и клиенты есть на всех континентах. На Брещине у компании также есть опыт успешного сотрудничества. В списке заказчиков лидер молокоперерабатывающей отрасли страны «Савушкин продукт». Брещина, она известна большим присутствием здесь перерабатывающей предприятий, перерабатывающей промышленности. И многие наши защитные составы, эпоксидные составы уже поставлялись на объекты и уже есть опыт применения. Проведение семинаров было поддержано Министерством архитектуры и строительства Беларуси в рамках работы по созданию условий для развития организации всех форм собственности в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.